дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Правительство Тувы утвердило стратегию развития охотничьо-рыболовного туризма до 2030 года. Документ, разработанный Госкомоходнадзором Республики, содержит общее положение, характеризующее современное состояние охотничьего хозяйства, определяет цели, ключевые задачи и приоритетные направления его развития, а также ожидаемые результаты. Авторы стратегии убеждены, что потенциал охотничьих угодий Тувы, занимающих 15 миллионов гектаров или 89% всей территории, может и должен использоваться с большей пользой для республики. В настоящее время, по словам председателя Госкомоходнадзора Республики Геннадия Кулара, богатейшие охотничьи ресурсы не приносят Туве практически никаких доходов. В региональном продукте их доля исчисляется всего лишь 0,001%. На первом этапе до 2019 года Госкомоходнадзор запланировал создание 6 охотничьих хозяйств. До 2025 года их численность, как ожидается, вырастет до 15. Всего же в республике должно быть сформировано не менее 20 таких хозяйств различного профиля, в аренду которым будут переданы до 30% всех охотничьих угодий. Соглашениями, которые созданные охотхозяйства подпишут с муниципальными и региональными властями, предусмотрено, что они возьмут на себя весь комплекс работ по охране, использованию и воспроизводству охотничьих ресурсов в границах, закрепленных за ними угодий, строительству необходимой инфраструктуры, развитию охотничьи-рыболовного туризма. В результате реализации задач, сформулированных в стратегии, к 2030 году численность основных видов охотничьих животных должны вырасти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При каждом из охотничьих хозяйств будет создано не менее 3 рабочих мест. Это главным образом охотоведы и егеря. Кроме того, реформа способствует сохранению биологического разнообразия на территории республики, повышению доступности организованной охоты и качества услуг в этой сфере, развитию въездного охотничьего туризма, привлечению дополнительных инвестиций в регион. Также предполагается, что уровень браконьерства в Туве снизится вдвое. 2 марта в местечке Первая Поляна села Торахем Тоджинского района пройдет День оленеводов. Это главный праздник тувинцев-тоджинцев, который проходит один раз в 2 года. Оленеводство для тоджинцев – это не только экономическая основа существования, но и традиционный, устоявшийся веками уклад жизни. На фестивале можно узнать о способах выживания в условиях таежного высокогорья, увидеть выставку охотничьих трофеев, познакомиться со старинным кожевенным ремеслом и горной гастрономией северного народа, бытом и традициями оленеводов-тоджинцев. Для путешественников, туристов и гостей праздника это отличный шанс увидеть, как живет этот коренной северный малочисленный народ Тувы. Компания «Тываэнерго» постоянно ведет борьбу с хищениями электроэнергии на территории Тувы. И сегодняшний день не исключение. Контролеры энергетики отправились в поселок Сукпак, чтобы проверить тех, кто электроэнергией привык пользоваться бесплатно, и применить к ним самые жесткие меры. От нерадивых потребителей, которые незаконно подключились к электрическим сетям и нарушают систему учета, страдают добросовестные граждане, из месяца в месяц исправно оплачивающие за потребленную электроэнергию. Кроме того, хищение электроэнергии значительно снижает качество электроснабжения, возникает вероятность пожаров и выхода из строя электробытовых приборов жителей всей улицы или микрорайона. Вместе с потребителями компании АО «Тываэнерго» в рейде побывали и корреспонденты телекомпании «Новый век». Поселок Сукпак расположился в нескольких километрах от столицы Тувы. Основная масса домов – частный сектор. Многоэтажных зданий здесь нет, за исключением социально значимых объектов. Дома жители отапливают печками, но не все. Есть и такие граждане, которые привыкли обогревать свои жилища электроэнергией. Вот к таким недобросовестным потребителям сегодня и наведались энергетики. Рейд получился насыщенным. Что не дом, то долг за свет, то набросы на провода, то документов никаких на законное пользование электроэнергией. Электроэнергии нет. Мы электромонтеры группы ЦРЭС, занимаемся снятием показаний, выявлением хищений бездоговорного, безучетного потребления и производим рейды ограничений потребителей по задолженности за электроэнергию. Результаты бывают хорошие, что абоненты начинают задумываться, что надо оплачивать за электроэнергию, что надо приводить свои линии в порядок.
Галина Анцупова – электромонтер третьего разряда. В рядах энергетиков она уже более 23 лет. Свое дело знает хорошо, случаи в работе бывали разные. Впрочем, методы воздействия на неплательщиков всегда одинаковые. Во время рейда к энергетикам подходили люди с разными вопросами. У кого-то на руках уже есть оплаченные квитанции вчерашней датой. Другим разъяснили, куда и с какими документами нужно обратиться, чтобы стать добропослушным плательщиком. Вы у нас в списке на ограничения, мы должны свою работу сделать, должны вас ограничить. А вот с теми, кто долгое время злоупотребляет незаконным потреблением электроэнергии и у кого в течение длительного периода остается задолженность, сначала направляют письменное предупреждение о необходимости внести платежи, а после предупредительных мер воздействуют ограничением подачи электроэнергии. С кусками подключения потребителя я вот так вот делаюсь, потом на линии отключения будет. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев факты хищения электроэнергии не связаны с тяжелым финансовым положением нерадивых потребителей. Чаще всего это банальное желание халявы. Впрочем, даже недобросовестным плательщикам компания АО «Тываэнерго» может пойти навстречу. Любые вопросы всегда можно решить мирными переговорами, если, конечно, граждане обязуются платить за свою задолженность в кратчайшие сроки. Не стоит забывать и то, что своевременная оплата за потребленные киловатты – это значительная экономия бюджета. Ведь при поимке захищения электроэнергии недобросовестному потребителю придется выплачивать многотысячные штрафы. Рейды сотрудники «Тываэнерго» проводят ежедневно. До каждого, кто ворует электричество, рано или поздно дойдут контролеры компании. С 1 апреля пенсии россиян могут вырасти на 2,9%. С таким предложением выступил Минтруд России, сообщает российская газета. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве поясняют, что в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля. При этом средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно. Пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, в среднем подрастет на 355 рублей и составит 12 688 рублей. А средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 303 рубля до 10 746 рублей. Средние размеры пенсии по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится на 399 и на 392 рубля. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 52 копейки, евро 69 рублей 89 копеек. Три дня подряд в ресторане «Горыныч» отмечаем День защитника Отечества. Развлекательная шоу-программа, живая музыка, море угощений и отличное настроение. Все для вас, мужики! Заказ столов по телефону 30313, Титова, 57. 3 марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзаны Чалбагол. Частым били. Чалап турмен. Билеты в кассе театра 2.11.41. В период заболеваемости респираторными заболеваниями в Министерстве здравоохранения проводится еженедельный мониторинг запаса противовирусных лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях республики. В результате проведенной проверки специалистами Резфармации было выявлено, что запасы лекарств для обеспечения населения республики противовирусными препаратами достаточны. Медицинские организации обеспечены запасом лекарственных препаратов для лечения в условиях стационара больных с ОРВИ и гриппом. Аптеки также имеют необходимый ассортимент лекарственных средств. Специалистами были также изучены цены на лекарства для лечения ОРВИ и гриппа, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Завышение цен по результатам мониторинга выявлено не было. В
Туве третий год подряд за время существования ЕГЭ экзамен сдавали не выпускники, а их родители. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Ее организовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, чтобы мамы и папы одиннадцатиклассников прошли всю экзаменационную процедуру и на личном опыте убедились, что в ней нет ничего страшного. И затем правильно настроили на ЕГЭ своих детей. В этом году мы пригласили, помимо родителей, а их у нас пришло около 100 человек, мы пригласили также наших партнеров, членов межведомственного штаба по проведению государственной итоговой аттестации. Потому что не только Министерство образования является участником кампании, экзаменационной кампании. У нас много партнеров, у нас много межведомственных соратников, с кем мы вместе проводим данное мероприятие. Акция называется образовательная, то есть показать участникам этой акции, прежде всего родителям, о том, что такое пункт проведения экзамена. И сегодня мы в школе номер один города Кызыла смоделировали пункт проведения экзамена, сделали его наподобие такого же пункта, как будет в основной период, в котором будут принимать участие дети. И все этапы пункта здесь есть. Несмотря на то, что экзамены по русскому языку и математике были понарошку, организаторы учли все процедурные моменты. Перед началом ЕГЭ всех родителей попросили оставить личные вещи в отдельном ящике. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только паспорт, черную гелевую ручку и питьевую воду. Для родителей на ЕГЭ отвели 30-40 минут вместо положенных 4 часов. Я являюсь родителем выпускника этого года, поэтому с удовольствием приняла участие в сегодняшней акции. В этой акции я принимаю уже второй раз. В первый раз я пробовала себя в математике, сегодня попробовала себя в русском языке. Надо отметить, что, в принципе, наверное, уже наши дети готовятся, поэтому все готовы. И как родитель хочу сказать, что на самом деле ничего здесь страшного нет. Все проходит очень организованно, дается очень много информационного материала. Самое страшное для родителей было то, что все считали, что, наверное, вот это время заполнения включается во время проведения экзамена. На самом деле время дается достаточно много для того, чтобы дети могли посмотреть и сделать свои кимы. Поэтому я считаю, что если дети психологически готовы к этому, я вижу, что школа на самом деле очень хорошо к этому готовится и проводит эти вещи. Поэтому я думаю, что если ребенок готов, то он пройдет это мероприятие достаточно легко. Помимо родителей выпускников, на образовательную акцию были приглашены педагоги из муниципалитетов Тувы, чтобы на примере столицы они могли перенять опыт. Мне очень понравилось, как проводится вот это мероприятие вот нашим Министерством образования нашей республики. Да, участников очень много, было очень интересно. 27 февраля акция «День сдачи ЕГЭ родителями» стартует во всех районах республики. В Москве 22 февраля пройдет первый всероссийский молодежный патриотический форум «Я – юнармия», где Республика Тыва представит самую большую делегацию из всех регионов России. На форум из Тувы выехали 85 юнармейцев. Всего на съезд прибудут 8 тысяч ребят. На форуме будут работать две площадки как для юнармейцев, так и для начальников штабов региональных отделений, выставки, экскурсии и тренинги. Кроме того, в рамках форума запланировано проведение соревнований по пулевой стрельбе и киберспорту. Первый всероссийский молодежный патриотический форум «Я – юнармия» пройдет 22 и 23 февраля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны России в 2016 году. Членами движения являются более 190 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны. Спонсор выпуска «Погода» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы.
каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью -22, -24 градуса, днем -15, -17. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам.